Всевышний наделил человека душой, разумом, чувствами и сердцем, главным органом, устремленным к поиску истинного пути и подлинной веры. Вера – это то, что наполняет человеческую жизнь смыслом, дает ответы на многие важные и животрепещущие вопросы. Обрести истинную веру – значит обрести истинное счастье и благополучие, стать обладателем бесценного дара и самого Творца. Всевышний в Коране говорит: «Аллах привил вам любовь к вере и представил ее прекрасной вашим сердцам, и сделал ненавистным вам неверие, нечестие и неповиновение». Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он раскрывает грудь для ислама. Путь к истине люди находили ранее, находят и сейчас. Полицейский по имени Пол из Лондона принял ислам после 16 лет работы с местной мусульманской общиной на Эджвард-Роуд. «Моя задача – взаимодействовать с обществом. Многие говорили мне: «Инша-Аллах, когда-нибудь, Пол, ты примешь ислам и станешь мусульманином». Но никто на самом деле не принуждал меня сделать что-то подобное. И по прошествии какого-то времени я начал изучать Коран и стал присматриваться к исламу. Это замечательная мирная религия. В течение 5 месяцев я прочитал Коран 2. По словам Пола, в настоящее время он не пропускает ни одной обязательной молитвы и, более того, призывает к ней своих менее соблюдающих единоверцев. «Молодые люди часто подходят ко мне, и я спрашиваю у них: «Вы молитесь?» Однажды они придут ко мне и скажут: «А мы уже тоже молимся». Альхамдулиллях, это сработает. Они могут вдохновлять меня, а я их. Люди спрашивают меня, почему я выбрал ислам, и я отвечаю: «Я не выбирал ислам. Аллах выбрал меня. Слава Аллаху, у меня нет сомнений. Я здесь не просто так. Я не просто полицейский. Я брат, дядя, сын, племянник, друг. И я счастлив». Да будет крепкой наша вера, да будут совершенными наши дела и поступки, и да будем примером в благом и праведном для окружающих. Мира вам и вашим близким, милости Всевышнего и Его благословения. Приблизьтесь к милости и довольству Аллаха. Местная исламская религиозная организация Северо-Восточного административного округа города Москвы «Ихсан» и Центр исламской культуры и образования имени Шагабуддина Марджани приглашают всех желающих на курсы по основам ислама. Вы обретете новые знания и уникальную возможность получить ответы на все интересующие вопросы. Есть возможность раздельного обучения для мужчин и женщин. Более подробная информация на сайте ihsan.москва, а также по указанным телефонам.